И кошечки мои. Привет, Жень. Здорово, Одесса, привет. Здорово всем, здорово. Ездил, позавтракал. Сейчас еду, пойду на работу съезжу. Сегодня же тоже праздник. Праздник у всех. А праздник это что? Правильно, выходной. А выходной это что? Правильно, остановка всего процесса. Как ваши дела, мои птички, рассказывайте. Привет из Иркутска, привет. Как салют? Брат, я тебе сейчас скину салют. Салют, ну, обычный. Не впечатлил меня салют. Я скину тебе после эфира, посмотришь. Это, блядь, как идиот, блядь, на 3,5 минуты записал этого салюта. Вот. Для дочки, для своей. Записал, хочу, чтобы она посмотрела. Вот, она у меня любопытная. Птичка моя, курочка моя любимая. Моя девочка моя сладкая. Так, мне нужно, чтобы вы прям секунду потерпели. Здесь очень опасный перекресток. Мне нужно сделать кое-какой маневр. Сейчас, мои сладусечки. Раз, два, три. Ваш папа, блядь, красавчик. Стоять, стояй, говна кусок. Куда ты едешь? Что не видишь, отец едет. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Откуда машина? Да я ж зарабатываю очень много, блядь. Я ж зарабатываю очень много. Очень много зарабатываю ее. Я, честно говоря, знаете, столкнулся с такой проблемой. Не думал никогда, что с ней столкнусь. Я не знаю, куда тратить деньги. Вы понимаете? Их так много. Ну, очень много денег. Подскажите, пожалуйста, пару советов дайте, куда потратить деньги. Ну, просто невозможно. Уже, блядь, машины, квартиры, дома, самолеты, два вертолета, четыре катамарана. Все, даже, блядь, пони купил. Пони купил. Не кони, конечно, но тоже неплохо. Откуда машина? Откуда у тебя нос такой длинный? Откуда в тебе любопытство, которое ты проявляешь к абсолютно постороннему человеку? Вот этот главный вопрос. Недвижимость, блин. В себя, что ли, вкладывать? Я, знаете, я вообще мало, кстати, подвижный чувак. Я все бегать хочу начать, не получается. Знаете почему? Дожди, каждый. Подожди, дожди, дожди. На-на-та-на-на, все позади. У меня, кстати, голос охрип. Я не могу восстановить его уже больше недели. Я уже, кстати, вот так не пою, как раньше. Раньше я пел нормально, сейчас все. Не получается. Ну, купи Челси. Бля. Я только чипсы могу купить. На че? Что я еще? Чеснок могу купить. Чипсы. Черный хлеб. Чернила. Чихуахуа. Чопики. Чистку для зубов могу оплатить. Челентано могу купить. Фильм с Челентано с участием. Посмотреть фильмы. И посмотреть фильм с участием Кристины Орбакайте «Чучело». Оплатить в прокате, блядь. Челси, говорит, купи. Купи, говорит, Челси. А ты купи Челси. Да не нужен мне Челси. Все говорят, мне не нужен Челси. А ты купи Челси. Ты в Новороссийске? Не-а. В Новосибирске. Чебурек. Все, все, я понял. Играем в че. Черешню. Все, все, я понял. Молодцы. Вы победили. Я сдаюсь. Вы лучшие. Пальма первенства переходит к вам, мои золотые.
Ёб твою дивизию, ну почему, ну кто, что, я куда ты? Валера, 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 Валера. Авто новое купи. Авто новое купил. Я купил авто. Я купил авто. Я купил авто. Я купил авто. Я купил авто, чтобы ездить на тату. Нет, мои золотые, я не купил машину. Это машина моего друга. Я просто на ней езжу. Он мне просто дал машину, потому что у него она не одна. Я просто на ней езжу. Вы удовлетворены ответом? Я смотрю, огромное количество людей переживает. Откуда же все-таки? Это столь сложные времена. Откуда бабки? Я объяснил, откуда деньги. Я состригаю ногти и продаю за очень кругленькую сумму китайцам. Они делают, перетирают их и делают из нее косметику. Из них косметику, из моих ногтей. Очень серьезный бизнес. А если с пальцев ног, ногти, там вообще в медицину все идет. Куда едешь? К тебе еду, малышка. Брей ножки, надевай кружевное белье, встречай меня. Ты моя никогда... Блядь, слышите? Не будь... Блядь, не могу остановить голос, все. Все, девочки, больше я не услышу с ваших уст. Женя, у тебя потрясающий голос. Между нами памяти туман, ты как во сне... Ты как во сне. Наверное, то все. Нету голоса, пропал голос. Мне причем говорили, что Жека, не шути с этим. Лучше там помолчать. Где-то там полдня, говорит, помолчи там. Какие-то антибиотики мне сказали пропить. Потому что, говорит, можно не вернуть голос. И вы знаете, что я подумал? Пожалуй, помолчу. Сука, не могу. Как в ресторане вчера посидели? Хорошо посидели. Как мы? Мы всегда хорошо сидим. Уай! Зато прическа красивая. Слава богу, вчера был лучше. Какая прическа? Нет прически. Кисуль, проснулся, руками вот так сделал и все. Вот, вот моя прическа. Моя прическа. Это не расческа. Моя прическа. Это руки очень хлестко. Можешь рэпчиком начать заниматься. Как думаете, девчат? Я думаю, что у меня получится. О. Оп, 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 оп. Щидагоп. Я спеваю. Оп, 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 щидагоп. Я весело танцую. Щидагоп. Я весело взрываю. Все, девочки мои, я на работе. Я попозже зайду. Опа, чики-бол.